Один из корпусов санатория «Кавказская ривьера» был снесен еще в 2003 году. С тех пор на этом месте и прилегающей территории располагался громадный пустырь. Сейчас здесь начались масштабные работы по благоустройству. Они пройдут в два этапа. На первом реконструируют старую лестницу на Ривьерский пляж, обустроят современные зоны отдыха, обновят клумбы и зону воркаута. Также будет благоустроена часть набережной пляжа «Ривьера». Этот этап планируется закончить к началу летнего сезона. На втором этапе планируется возвести через реку Сочи мост, а также благоустроить две парковые зоны с видом на море. Реализация полной концепции благоустройства Приморской и Ривьерской набережных планируется к лету 2021 года. Исторически сложилось, что было три спуска на море. Это в районе Кавказской ривьеры основного корпуса, существующая лестница, которую мы видим, и третья лестница около пляжа Звездного. На данный момент она закрыта. Поэтому мы решили построить еще одну лестницу. Она будет находиться здесь. Спуск, как вы видите, оборудован пандусом. На территории, которую оградили, на Ривьерской набережной уже через несколько месяцев можно будет прогуливаться и отдыхать. Если раньше здесь можно было увидеть десятки торговых точек, то следующим летом жители и гости курорта смогут насладиться красивым видом на море. Инвесторами также запланирована реконструкция, подсветка, скульптуры, пловцы. Виды на море все закрыты, то есть люди, когда шли на пляж, они видели только точки с продукцией. На данном этапе мы освобождаем полностью вид на море, делаем места для отдыха горожан и туристов, где они могут отдохнуть, посидеть в тенечке. В рамках реконструкции набережной снесено несколько десятков ларьков, которые незаконно занимали муниципальную землю. В рамках данной концепции работа была разбита на два этапа. В рамках первого этапа это было огораживание забором территории, которая благоустраивается, с ремонтом лестницы и спуском к Приморской набережной. Данные работы планируется завершить к лету 2020 года. Второй этап – это благоустройство набережной реки Сочи с пешеходным мостом. И в целом оба этапа планируется завершить к 2021 году. Работы будут вестись поэтапно, чтобы не доставлять неудобств. Как уверяют в администрации курорта, никакого масштабного строительства в этом районе не запланировано. На курорте введены строгие ограничения на жилое строительство в 500-метровой прибрежной зоне. Поэтому никаких апартаментов на продажу возводить здесь никому не позволят. Единственный капитальный объект, который в перспективе может появиться на месте снесенного корпуса Кавказской ривьеры, это малоэтажный отель под управлением одного из крупных международных гостиничных операторов. Галина Моисеева, телекомпания «ИКТ».